Daimler AG тестирует технологию блокчейн на эфириуме. Как сообщает WebRazzi.com, компания Daimler AG, также являющаяся владельцем Mercedes-Benz, совместно с Landesbank Baden-Württemberg решили провести испытания блокчейн-технологии на финансовых сделках. К проекту, помимо компании Daimler AG, также присоединились банки из Эслинген-Нюртинга, Людвигсбурга и Остальба, инвестировавшие акции для изучения технологии блокчейн. Если результаты тестирования будут положительными, Daimler планирует использовать данную технологию в отраслях проектирования, безопасности и транспортировки.